14 февраля в Полоцком государственном университете студенты, сотрудники и преподаватели масштабно праздновали День всех влюбленных. Фойе нового корпуса общественными организациями и студенческим центром ПГУ были подготовлены разноплановые площадки, на которых ребята могли проверить свою эрудицию и интуицию, сделать своими руками подарки для любимых и отправить валентинку. На площадке «Бабочка с любовью» студенты могли своими руками сделать подарок для своих любимых. А на площадке республиканской акции БРСМ «За любимую Беларусь» ребятам предлагалось оставить символичное сердце на карте Беларуси, там, где они родились, и тем самым выразить любовь к своей малой родине. Первичной организацией БРСМ ПГУ были подведены итоги интернет-конкурса «Самая лучшая пара Полоцкого государственного университета». Победителями конкурса стали Артем Якимович и Мария Савченко. Ребята получили 2 билета на концерт группы на Бибэнк. День всех влюбленных – это прекрасный праздник, который позволяет студентам еще раз выразить любовь к своим близким, университету, городу и стране.